такие костюмы, такой произвольный танец. Ну, посмотрим. Лена, как всегда, перекрестилась. Чуть-чуть, мне показалось, первые твизлы были несинхронно исполнены. Вот это да. Ну, минус один балл дедакшн будет за падение. Главное, что не на элементе.
Ну, я думаю, в Америке такой прокат бы произвел фурор. Но нашим зрителям, вот даже видно по реакции зала, не совсем близка эта тема и не совсем понятна эта тема. Да, фильм «Привидение» 90-го года, два «Оскара», Деми Мур и Патрик Суэйзи. Киноцитаты в данном произвольном танце мы с вами увидели в исполнении Лены Ильиных и Никиты Коцалапова. Да, тоже спорный выбор. Спорный выбор, потому что, конечно, я не помню, чтобы до них кто-то катался под диалоги. Все-таки, наверное, это, конечно, очень авангардно. Просто насколько это нововведение, это новшество будет воспринято судьями благосклонно. Или неблагосклонно. С технической точки зрения, за исключением вот этого падения, все было очень даже неплохо. Ну, их скольжение близко к скольжению лучших вообще танцевальных дуэтов. Ребята очень хорошо катят. Технически многие вещи были сделаны отменно. Но были шероховатости. Может быть, как раз вот это падение Лены в самом начале как-то повлияло. Не знаю, у меня сейчас один вопрос, увидеть бы оценки, потому что как вас примут судьи? И хотелось бы, конечно, оценку за компоненты в первую очередь разобрать. Как они оценят данную постановку? По ощущениям, конечно, они могут прибавить, и этот танец может смотреться еще мощнее и еще более цельно. Сэм, why do you do that? Ну, это даже не танец, это история может смотреться еще более цельно. Never mind. От катания просто под саундтреки мы перешли к прямому хореографическому цитированию киноновелл. Максимум, который они когда-либо получали от судей за произвольный танец, 95 баллов с лишним. Вот точно такое же долгое, да, судейское размышление мы видели с вами после короткого танца, повтор его после произвольного проката. Такое же лицо мы видели у Николая Морозова. Никита. $92.76, один балл сняли, так, $93.76, ну, в общем, на уровне, то есть что-то они там потеряли. Но вот смотрите, 49.31 они получают за компоненты, 49.31. Если сравнивать с тем, что получали другие пары, ну, баба.